Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудаль. Порадовать нас синоптикам пока нечем, у нас по-прежнему пекло. Плюс в расписании появляется дождь. Добро пожаловать в тропики. Итак, на нашем севере этой ночью плюс 20-22, днем воздух раскалится до плюс 40. Облачность переменная, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. В центральных районах и на юге ночью 21-23 выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 41. Здесь тоже местами кратковременный дождь и гроза. Послезавтра температура у нас, увы, не изменится. О погоде все. Удачи вам. Увидимся.